Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Я буду принимать участие в конкурсе, и вы сейчас увидите мою конкурсную работу в конкурсе «Натюрморт с изюминкой», который проводит Елена Халикова на своем замечательном коллайле «Бабушкина квартира». Ну вот, можете оценить все наши работы. Я думаю, что там будут принимать участие все люди творческие, поэтому, ну, творческие работы, проигравших там просто не может быть по определению. Ну, а вам я советую заглянуть на ее канал, потому что Елена не только пишет прекрасные стихи и увлекается фарфоровой посудой, но она вообще очень творческий человек. Итак, до встречи, мои дорогие. А сейчас я пока предоставляю вам свой небольшой сюжет. Ну вот несколько вариантов, и напишите, пожалуйста, какой вариант вам понравился больше. Благодарю вас. И вот второй вариант с горшочками для жаркого, которые идеально подошли к моему кувшину, замечательному произведению знаменитой скопинской керамики, славящейся на весь мир. Нашей русской майолики. Они славились своими сказочными сюжетами с изображением животных, птиц, рыб, с былинными персонажами. Керамика покрывалась цветными глазурями различных оттенков. И этот кувшин – изюминка моего натюрморта. Обнимаю вас и желаю вам всего наилучшего. Всего самого доброго и прекрасного.